Теперь криптовалюту можно приобрести через банкоматы Hyosung. Южнокорейский гигант, занимающийся производством банкоматов, объявил о введении в эксплуатацию устройств с возможностью приобретения криптовалюты. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с американской компанией Just Cash, разрабатывающей мобильные приложения для покупки цифровых валют. Сейчас новое приложение позволяет проводить транзакции в биткоинах. В дальнейшем планируется ввести и другие криптовалюты. Стандартные банкоматы в Южной Корее уже были заменены на аппараты, поддерживающие такую услугу. В ближайшее время будет проведена интеграция и для банкоматов этой фирмы в европейских странах и США.